В Дагестане будет организована фан-зона для просмотра матча чемпионата Европы по футболу. Местом просмотра определен стадион имени Елены Сембаевой. Такое масштабное спортивное мероприятие пройдет с 11 июня по 11 июля. Напомним, что чемпионат Европы должен был пройти еще в прошлом году, но был перенесен на год в связи с пандемией. До начала просмотров будет организована концертная программа.